Приветствую вас, уважаемые коллеги, а также подписчики моего канала. Время 5:30. И сегодня я хочу опять на основном попробовать форель. Ну, как и обещал, покажу, как ловить на резину эту. В предыдущем видео показывал я, как делать. И в этот раз попробую показать. Если, конечно, будет клевать. Сегодня погода такая не сильно солнечная, ну и вроде дождя не обещают. Ну а там посмотрим. Ну все, пожелайте мне ни хвоста, ни шеи, и, как говорится, поехали. Ну вот, как всегда, Андрей уже меня опередил. Уже на водоеме пробивает рыбу, ищет рыбу. Это он диппером пробивает. Ходит в метре от поверхности. Рыбы полно, просто полно. Много рыбы, Андрей? А, очень. Мне дальше сказать нечего. Ты знаешь, что делает вообще просто? Ну там, наверное, перемешка, сигма находит. Нет? Нет? Смотри, крупная и мелкая. Крупная и мелкая. Ну что, надо пробовать. Пенопластик наш. Ну, резиночка. Вот она. Так, и туда ее. Как видите, метровый поводок. И опять ее. Ой, есть дело. Андрюх! Только закинул. Ай, только закинул. Ты что делаешь? А, какая! Вот арахна! Да. Хорошо. Да. Двух, Андрюх. Ну что, ребят, с почином меня. На белое опять. Да. Начало пошло. Только закинул. Думаю, будет весело сегодня. Ладно, не сглазить бы. Да, погодка сегодня классная, конечно. Ничего не скажешь. Пасмурно обещали, как облачно. Это может быть ближе к обеду. Ну так вообще шикардос. В основном все рыбаки на ВИПе. Как говорят, что здесь рыбы нету на большом. Ну, запуски большие давно не делали, и типа она здесь не клюет. Ну, походу, многие ошибаются. Что сейчас на запуске, она может немножко поклюет, и все. А большой вот она здесь в течение дня может проклевываться. Так что посмотрим, что она сегодня будет предпочитать. Ну что, ребят, Андрей сига нашел. И одного уже поймал, и два обрыва. Я вот тоже поставил один пикер. Попробую. Ну, с собой еще ничего не брал, ни прикормки. Думаю, в следующий раз обязательно возьмем. Взял сишка. Нему посмотрел, уже забыл, как он выглядит. Вот он, красавец. Только я ничего еще никогда не поймал. Опа, сижу есть. В этом году первый. Хорош.
Хорош, хорош, зараза. Не, не надо, не надо. Кайф. Просто кайф. Это вам не фары ловить. Какой сик. Черт. На 0.1 поводок. Ну ладно, тоже рыба. А я его поклевку видел. Тык-тык-тык-тык. Ну ладно, значит, карма. Сижок. Сиг я еще поймаю. Наконец-то! Форель! Да что ж мне так не везет? То карп, то форель. А не, си хорош. Ах, ничего себе! Вот это красавец! Давай, давай, давай. Ребят, я сделал это. Андрей, смотри, без подкорма. Вот это чушь! Ай! Какой ты красавец! Блин, вообще прям бомба! Ты смотри-ка, а! Четко! Ай-яй-яй-яй! Так с чем ты поводком? Андрейка! И в заглот! Вообще красота! Так что, ребята, сиговый сезон я открыл. Не получилось по зиме, ну, пришлось. Зато Андрейка он уже набубенил. Десятка полтора, наверное. Благо вот сказал, говорит, иди ко мне. Ладно, спасибо ему. Я ж понял. Хорош. Вот это да. Вот это чушка. Да, так уж. А вот сижок есть килограмм на два. Чистенький. Да садок-то дотащишь. А ты мне зачем?